Привет, Ютуб. Вот добрался я до гаража. Вот они, грибки кризовые, которые у меня были. Вот такой размер. Ну, будет еще один. И вот эти вот размерчики у меня новые. Вот этот откладываем сюда размер. То есть маленький для маленьких таких мест. И больше, больше и больше. То есть вот так вот внизу у нас изображение будет более комплектно. И вот он еще такой типа размер. Вот теперь, как говорится, ямки, вмятинки, держитесь. И вот такие интересные трехугольные. Вот, вот он рассеивающий экран двухсторонний. Я уже показывал в предыдущем видео. Ну и вот он крючочек. Вот она посылочка цатовская. Я для сравнения сделал такой же точно крючок себе по чертежику. Единственное, у него окончание сейчас более острое. Здесь у него как бы толщина чуть побольше. Этот более шиловидный. Вот. Будет отдельное видео, я эти два крючочка сравню. Самопальные это. А вот эта вот посылочка пришла. Это сухпай номер 7. Пару упаковок заказал в гараже. Шикарная вещь, когда хочется перекусить. Так что вот запасаемся потихоньку. Вот такой кратенький обзорчик новые посылочки. Буду тестить и показывать. Всем удачи, счастливо. Ждите новых видео.